Соловьёв Ангелина. Баллада о зеничицах. Роберт Рождественский. Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к сердцу этот след. На батареях были лишь девчонки, а старшей было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонив рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь!» И залп. И тут они заголосили, девчоночки запричитали власть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное, рябое, был ветер обжигающий, горяч. Былинный плач висел над полем боя. Он был слышнее разрывов, этот плач. Ему протяжному земля внимала, остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, страшно мне, ой, мама! И снова батарея, и уже пред ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями. Бой медленную кровью стекал. Зенитчицы кричали и стреляли, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинящие ветви, торжественность венчального стола, неуслышанная. Ты моя навеки, несказанная. Я тебя ждала.